Всем привет! Еще в прошлом году купил я вот такие вот металлические бусинки. Скорее всего, они из вольфрама, так как довольно тяжелые. Они здесь трех цветов. Белые, желтые и черненькие. Также купил вот такой вот гель-лак, который сохнет от ультрафиолетовой лампы. И время от времени делаю из них себе очень уловистые мормышки. Буквально за несколько минут, что вам сейчас и продемонстрирую. Использую для изготовления мормышек вот такие вот крючки-заглотыши. Берем крючок, чуть-чуть нагреваем ушко и загибаем его кверху. Приблизительно под 45 градусов. Дальше просто одеваю на крючок бусинку нужного мне цвета. Сейчас одел желтенькую. Чтобы ее зафиксировать, при помощи зубочистки чуть-чуть капаем клея и немного подматываем ниточки прямо на самый край. Дальше примеряем. Если она входит туго, ниточку также смазываем клеем. И фиксируем бусинку. Ждем, когда подстынет. Ну и сразу же можно этой же ниточкой сделать здесь вот небольшой такой наплывчик, чтобы мормышка получилась как бы в виде капельки. Также можно смазать немного клеем и обрезать лишние хвостики. Теперь ждем, когда клей подсохнет, и можно будет покрывать лаком. Когда клей высох, берем прозрачный гелевый лак и буквально одну маленькую-маленькую капельку надо будет сюда капнуть. Сперва, не суша его, вот так вот распределяем, чтобы он равномерно везде лег на нашу мормышку. И затем включаем ультрафиолетовую лампу и сушим. Сушим, также вращая мормышку. В итоге вот такая вот красота у меня за 5 минут получилась. Как вы только что убедились, все очень просто и быстро. Вот этот хвостик ниточки можно будет отрезать. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Всем пока и до новых встреч. До новых интересных видео.